Вот так. Никого. Вот сходила на почту. Посылочку с Алиэкспресса получила. Я вот думаю, надо, наверное, сходить на пляж. Посмотреть, что там делается. Цветочки цветут. Розочки у меня тоже скоро расцветут. Последний раз в этом году, наверное. Ну, они вообще цветут до морозов. Посмотрим. Что-то уж очень рано в этом году. Осень. Здравствуйте, мои дорогие. Это я опять с вами. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто принимает такое участие в моей жизни. Я не перестаю не то что удивляться, а поражаться, какие у нас люди. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы прям меня заставляете переживать даже о том, о чем я даже и не думала переживать, честно. Вот. А сегодня, сейчас я вам расскажу, чем закончилось то, что Виктор 2 дня у меня пожил. Так, только сейчас я под ноги буду смотреть, хорошо? Вот даже не знаю, с чего начинать. Все позакрывали уже почти. Вот. Ну, а с чего начать? Ой, что мне только не писали. Сейчас я. Люди пройдут. Что мне только не писали. И проверить паспортные данные в базе ФСБ. И Танюшка Бегичева мне столько понаписала, прям статей по мошенникам. И кто что. Нет, ну вы молодцы. Вы такие молодцы. Вы такие бдительные. Я вот совсем не такая. Ну что я вам вот хочу сказать. Он, конечно, никакой не мошенник. Он человек, который, вот как бы это так сказать бы, по-простому, который просто хочет пристроить свою задницу потеплей, посытней, без проблем. Ну и в этом он ошибся очень сильно. Потому что когда мы стали разговаривать, я ему просто начала перечислять свои проблемы жизненные. У него была такая растерянность на лице, что он даже не успел, знаете, как ну, как-то вот, как-то лицом. Прям было видно, что он очень растерялся.
Ну что, он думал, что раз у меня два дома, и блогер я, все-таки в моем возрасте блогеров не так много. И переехали с севера. Многие же вообще не верят. Думают, что блогеры обманывают всех. Ну, а когда понял, что тут проблем-то хватает, да и с деньгами все совсем не так, как ему думалось. Да, он, конечно, ошибся. Ну, и мы с ним поговорили, я ему сказала, что я тебя понимаю прекрасно. Жизнь тяжелая. Кому сейчас легко? Мало кому легко. Вот, ну и, собственно, мы как нормальные люди. Ну, а какие у нас, собственно, могут быть претензии друг к другу? Никаких, конечно. Поговорили. Ну и уехал он. Так что недолго музыка играла. Но я вам хочу сказать, оно все правильно. Господи, сколько же у вас бездомных. И маленьких, и больших. Ты мой дорогой. Я говорю, так жалко. Приедут на лето, на дачу. Возьмут себе щеночка. Потом уедут. Вот они бегают. И бросят. Вот, так я... Я все время сбиваюсь с темы. Вот ну что, блин. Ну, в общем, короче говоря, все хорошо, мои дорогие. Все так, как должно быть. И мне, и не грустно. Все как нужно. Привет, мой хороший. У меня нет ничего вкусненького-то. Я еще в магазин не ходила. Вот. Мы же уже все взрослые люди. И каждый понимает, чего ему нужно от жизни. Поэтому все хорошо. Ведь было бы хуже, если бы, да, был бы обман, притворство. Это же все равно потом вскроется. Вот. А так, ну, очень хорошо, что он никакой не мошенник, не какой-то там подлец. Нет, нормальный мужик. Ну и разные мы очень. Еще меня прям как-то я стала это замечать, и меня это стало напрягать. Конечно, если бы я была богатая, он, может быть, и потерпел бы то, что я курю. Ой, я же еще и матом ругаюсь иногда. И он считает, что женщина должна заниматься хозяйством. Он увидел, сколько это занимает у меня времени. Блогерство, цемент, украшения. Я же целый день. Я вот сегодня с 6 утра. Работала, работала, работала. И красила, и бусы собирала, и с этим цементом и
Вот. Так что вот вырвалась в город походить, отдохнуть. Так что, мои дорогие, спасибо вам еще раз за ваше внимание. Спасибо. Я говорю, у меня есть несколько человек, и женщин, и мужчин. Которые мне прям уже вот, ну, родные люди, уже не чужие. Это я от ветра спряталась. Ветер дует. Вот. Я прям вот читаю комментарии и представляю человека. Спасибо, мои хорошие. Ну, сейчас пойду пройдусь по бережку. Никого нет. Нет, вон какая-то девушка загорает. Одна. Вот. Ну, это еще один жизненный опыт. Все. У нас все жизненный опыт. Но я хочу сказать, зарекаться я не буду. Я, в общем, готова к отношениям. Только единственное, как пишут в объявлениях, людей, которые думают, что я богатая женщина, прошу не беспокоить. Видно, прям шторм был, сколько ракушек вынесло. Надо пособирать. Ладно, я пошла, море. Пока. Закончилось наше лето. Вроде бы немножко и грустно. А в то же время хорошо.